Хей, guys, с вами Шимки, и это The Binding of Isaac Attributes Plus. Ну что, поехали? Давайте сегодня сыграем мы в челлендж. А челлендж будет у нас называться Computer Savvy. Так. Что у нас здесь есть? Ложка. У нас есть глаз. Один, который стреляет периодически, один, который стреляет постоянно. То есть у нас самонаводка на лазере. Довольно хорошо. Так, кокольки будем тоже ломать, я думаю. Убиваем. Я поставил еще мод один на текстурчики. А текстурчики именно на ворота всякие. Ну, именно этот мод, он как-то мне не очень. Потому что он изменяет вот тупо вот это босс комнаты. Типа кровь, я не понимаю. Центральные два черепа или что это. Но если честно, выглядит как-то не очень токти. Так, я вижу хороший камень. Сейчас мы его грохнем и заберем камешек. Ух, нам плюс еще дамаг дается. Так, ну, на золотые комнаты, я думаю, здесь смысла нету. Потому что их тут даже и нету. Ну ладно, погнали дальше. Можно будет поискать... А, тут только убить нужно мать и все, ну ногу. Так, дамаг, это вот честно хорошо. Плюс единица дамага, это очень хорошо. Фаст пройдем, фаст закончим. Бомбы, бомбы. Значит, у нас будут сердца. Есть бомбы, есть сердца. Ай, черт, 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 нельзя сделку просрать. Так, как обычно, нам дается бомбочка. Тихо. Так, отлично. Какая-то выпала карта у нас. Надеюсь, что-то качественное. Ну, показывает всю карту. В принципе, можно ставить. Так, монетка. У нас 4 бомбы. Четыре бомбы и 5 бомб, 2 ключа. Нет! На черт. Ну, я думаю, лучше пойти на босса. Ой, боже, это еще плюс кокулька. Лучше держаться от нее подальше. Давай, давай, пуляйся, только не едь на меня. Ну я ж попросил, ну не ей, ты на меня. Фу, отлично. Медленная регенерация ХП. Так, мертвая кошка. Дабл ал. Не, все вещи двойные. Давайте лучше на райскую попытаемся выйти. А я не помню, мы хоть раз на райскую выходили комнату? Хм. Ну ладно. Так, это сделка. Сделка нам сейчас так сильно не нужна. Ну ладно, поехали далее. Так, давайте сверху начнем. Урон это самое хорошее, что нам могли дать в начале. Ну, конечно, мало урона в начале. Сколько там? Подождите. Половина, кажется, да? 0,5. До хера красных сердец. И 0 то, что нужно. Готово. Давай. Дроп рандом пикап. Ну, допустим, возьму тебя. Ворота вот немного, видите, изменились, типа. Рейны не так сильно изменились. Ладно, погнали. Идемте сюда. Тихо. Иди. А, нужно тратить 2 ключа, ну нафиг. Я лучше пробегу и может найду что-то ценное потом в другой комнате. Так, у меня все еще денег нету. Опять комната эта. Фу! Миллиметрик. Миллиметрик оставался, чтобы меня грохнуть.
Блин, я думаю, давайте все-таки поищем еще что-нибудь. Может, нам денежка выпадет где-то. Двойная, причем. Ну, райская комната нам, скорее всего, и выпадет. Адской уже точно нет. Блин, вот не... Пилюлька. I'm too small. Ай, блин, а че я тупанул? Я ж мог карту юзнуть. Ну, ладно, и так сойдет. Поехали вниз, тогда там поищем что-нибудь. Очень медленная регенерация. Джерри. Ты... Ты издеваешься? Ладно, давай буду тебя вот так наебывать. Пуляй. В принципе, ладно, за него спрячусь, да и все. Ладно, все, больше не лезу. Джерри, ты выиграл. Я больше к тебе не лезу. Все, буду так стрелять и все. Ладно, блин, эти нужны херовинки ломать. Давай, давай, давай. Нормально, сойдет. Рай? Нет, ладно, ХП, рандомные монеты. Охренеть. Отличненько. Тогда давайте посетим магазин, почему бы и нет. Поехали. Но такое дело, херово. Лучше, чтоб что-то дали бы ценненькое. Такс. Да, у нас только здесь две комнаты. Ну, мамкина нога и все. Ладно, заюзил карту. Так, магазин. Секретная комната. Пойдемте сразу в секретку, я думаю. Ага. Оп. Вверх. Опять тратиться надо. Мне бы что-то на урон выпало. Вот серьезно, мне это очень сейчас бы помогло. Что-то на урон. Дэмэдж. Мне нужно больше дэмэджа. Да, типа, я наношу нормальный урон, но... Ну, такое. Так, ключ отлично. Теперь у меня 4 ключа, я сейчас могу... Это что у нас? Мне... Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Жадность. Отстань. Так, мне уже так монет много. Зачем мне еще больше? Мы можем пойти пытаться открыть все-таки сундук. Хотя, ладно. Ох ты ж, ё-моё. Жарабасик ты мой. Прыгун, херов. Ой, быстрый, быстрый. Быстрый, быстрый. Не-не-не-не-не. Дождик из рогачек твоих, это херовая идея. Так, ладно, ты пукнул. Главное успевать убегать при любых его действиях. Давай, прыгай, я знаю, ты этого хочешь. Черт. Зачем ты так меня пугаешь? Зараза. Но это он медленно прыгнул еще. Почему? Почему ты залагал? Почему ты пролагал? Нормально. Ты хочешь, чтобы я только куртку сломал? Пират? Отлично. Да. Дамаг. Плюс комната. Вау! Ну, блин, в принципе, пол сердца будет отнимать. Даже от серьезных атак. Kill mom. В принципе, можно взять, чтобы убивал мамку сразу. Дамаг, вейп ап, поднимается серьезно, но уменьшается все остальное. Я трачу ключ. Пирсап, шот. Да давайте возьму. Да, дамаг хорошо увеличился. Зайдет. Хотя, а ну-ка, могу я тебя грохнуть?
Нет, не могу. Это мне нужно, кажется, чтобы был открыт собор. Ну, сейчас я должен наносить побольше дамага. Типа, да, я мог потратить. Да, я уже наношу до хера урона. За сравнением то, что у меня было. Подбирашка, ну нахер ты мне нужен? Дарян, конечно, но... Мне действительно сейчас не так уж нужен. Коинсы, так, два ключа, два открытых магазина. Скупим предметы, какие там будут. Если там будут, во-первых, предметы. Да, типа, медленно, ну как, слышно по звукам. Не очень быстро, но все же дамаг. Очень хороший. Сильно увеличили его. Отлично. Не знаю, почему только с ним вот так, такая херь падает. Постоянно тролль-бомба. Так, давайте в маленькую зайдем. Или там, да? Но она что-то слишком широкая. Отлично. Так, я видел там магазин. Возьму ключ на всякий случай. Вдруг я еще что-нибудь найду. Там, не знаю, другую комнату. Бывает их по две комнаты. Поехали. Игровая херь, да? Да, давай возьму. Все равно нечего терять. Ну да, дамаг жесткий. И поспорю. Тупая тролль-бомба. Быстро выносит. Если бы еще терза увеличена была. Была вообще. Так, здесь может быть будет этот. Да, ноль сердец выпало. Блям-блям. Тихо, кровь, кровь. Паучки. Тупые паучки. Давай, монстра 2. Ух, своих понапускал этих. Да, да, да. Не страшно. Ты не такой уж опасен. Плюс терза. Shot speed down. Черт. Так, это отлично. Бессмертие. Которая хер знает как работает, я так сильно не умею пользоваться, я возьму лучше карту. Взорву тебя. Мне выпадет 2 сердца. Все. Блин, терзат. Ну давай возьму. О-хо-хо. Да уж. Карту я не буду сейчас юзать, если сердце отнимут. Да кажется, навряд ли отнимут. А, просто прожму ее, пускай будет. А, не-не-не, тихо-тихо. Да, все. Изи вин. Так, френдли муха. А ты меня не догонишь. Так, юзаем ключ. Погнали, короче, быстро в этот забежим тогда. Комнатку. Бом. Бом-бом. Отлично. Магазин я еще не видел, поэтому... Может, сейчас еще в магазине что-то найду там на дамаг. Минус. Да, пускай будет белое сердце. Мне кажется, даже мамка может отнять только сколько? Пол сердца мне. И то может быть. О, если бы он сейчас задел тот камешек, на котором бомба, мне было бы плохо. Отлично. Так, вот здесь, вероятно, есть проход. Я возьму. Можно бомбу взять халявную. Ладно, возьму бомбу халявную. Она будет поинтересней. О, убьешь? Я понял. Убила. Так, готово. Мне нужно было... Ай, нормально. Так. Делопилс. Джокер. Джокер.
Да уж. В принципе. Да, смысл здесь. Я уже все равно выиграл. Да, возьму давай сердечки. Леофаном я не стал. Обидно. Давай, черное сердце. Это не черное сердце. Ну что, погнали, магазин. Банка с мухами. Беру. Сколько со мной будет летающих мух, интересно. А ну-ка. Давайте, ребят. Просто напишите в комментариях. Или, блядь, не пишите, какая разница. Сколько сейчас будет мух до того, как я зайду в комнату мамки. Поехали. Так. Ой. Что-то я поспешил. Что-то я сильно поспешил. Ну ладно, не суть. Шипастую зайдем. Почему бы и нет? Считай, ничего не по... Чего? Нихера себе! Впервые вижу такую комнату. По идее, я монетками, да, буду сейчас пуляться? Нет, жаль. Так. Тупая наебалка. Откуда она за мной полетела? Ну, как вы видите, 14 мух. Ай. Минус. Двойной дамаг. Изи. Плюс хпшка. Заходим в комнату. Есть что-то ценненькое? Трипл шот? Да ладно, давайте, короче. Не хочу морочиться. Как-то так. О, открыто достижение. Робот Бэйби версия 2.0. Ой, подавился воздухом. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.